Здравствуйте, с вами снова сервисный центр Доктор Кофе Машин. И в этом видео мы поговорим о замене хомутов. Вот таких вот, ну вот, конкретно трех штук. И о замене переходника в гидросистеме в кофемашине Philips Saeco. То есть в данном случае это кофемашина Philips, но опять же, как я уже говорил на прошлом видео по чистке носиков, Philips и Saeco — это по сути дела одно и то же. Вот она, кофемашина. У нее в гидросистеме есть небольшая течь, и соответственно нужно заменить три хомута и переходничок. Как это мы будем делать? Вот. В первую, ну, чтобы снять с кофемашины, как снять с кофемашины верхнюю часть, верхнюю крышку, я говорил в предыдущем видео по поводу чистки носиков, подачи кофе. Поэтому, если это интересно и необходимо, можно пересмотреть предыдущие видео. Как дальше кофемашина разбирается? Вот. Нужно в первую очередь открутить крепежные болты. Вот первый болт крепежный, вот он. Его мы откручиваем. Потом мы откручиваем болтик сверху. Вот он за кофемолкой находится. Вот он. Ну, его мы чуть позже открутим. Потом мы откручиваем несколько болтов и снимаем штуцер в отсеке заварочного устройства. Вот. Убираем мини-поддон. Машина грязная, но уж делаю как есть. Откручиваем сначала 4 болта, которые крепят крепежную пластину, ну, защитную пластину, которая прикрывает штуцер подачи горячей воды в заварочный узел. Таким образом мы это откручиваем. Вот еще тоже не забывайте, какие болты откуда. Здесь есть в этой кофемашине два вида болтов. Из нержавейки и черные болты, они из обычной стали. То есть, где были вкручены болты из нержавейки, туда же их, пожалуйста, и вкручивайте. Потому что если вы вкрутите в то место, где должны быть болты нержавеющие, где есть контакт с водой, если вы вкрутите черные болты, то есть обычные оксидированные из стали, то, соответственно, они очень быстро заржавеют. И потом, когда вам понадобится их открутить, вы этого сделать не сможете. И придется ломать корпус. Ну, это, наверное, ни к чему. В общем, мы открутили сначала 4 болта крепежных, снимаем вот так вот защиту штуцера. Штуцер сам крепится на двух болтах. Раз, два, откручиваем их. Это нам необходимо сделать для того, чтобы впоследствии снять вот этот вот переходник в гидросистеме. Он находится с обратной стороны корпуса. В него заходит как раз часть этого штуцера. Вот болты мы открутили, штуцер на себя вытаскиваем, вот так. У него, у этого штуцера, на конце, вот этот вот конец, он входит сюда. Два уплотнительных кольца, их не теряйте, вот они. Вот таким образом штуцеры выглядят. Заодно сразу на нем буду менять и вот эти вот два тоже уплотнительных кольца. Они уже тоже растянуты и кое-где уже порваны. Вот, ну, когда мы сняли штуцер, заменить их удобнее. И заодно вот в этом отсеке потом прибраться тоже нам удобнее. Штуцер сняли. Дальше что делаем? Вот крепежный болт, его тоже откручиваем. Теперь откручиваем вот этот болт. Это все делается для того, чтобы вытащить внутренний корпус кофемашины из внешнего. Без этого мы внутрь, чтобы заменить хомуты и переходник, мы добраться не сможем. Так, сразу еще такой момент, чтобы не мешало. Когда мы сняли верхнюю крышку, вот дверка, просто вверх ее тянем и снимаем. Тогда она нам мешать тоже не будет. Так, теперь откручиваю верхний болтик. Сейчас я его откручу.
Теперь мы откручиваем этот болт. Запоминайте, пожалуйста, что откуда выкручиваете. Потому что если после сборки кофемашины остаются болты, это плохо. Лучше все корпусные крепежи вернуть на место, там, где им и положено быть. И откручиваем теперь вот эти два болта. Можете также при разборе кофемашины снимать видео, чтобы потом было понятно, куда и что закручивать в обратном порядке, чтобы, ну, ничего такого не приключилось. Вот. Теперь самое интересное. Все болты мы открутили. Теперь берем машинку вот так и вытаскиваем ее из корпуса. Вот. Ставим рядом. Видим грязный корпус, который будет отмываться. В машинке еще и тараканы были, ну поэтому это все предстоит дезинфицировать и хорошо отмывать. Вот корпус мы убрали. Видим вот такую вот картину. Оп. И теперь аккуратно. Мы машинку разворачиваем вот таким образом. Теперь нам наглядно становится понятна проблема. А проблема, она у нас вот здесь, вот уже следы накипи, течет. Вот здесь вот трещина, скорее всего, в переходнике. Поэтому будем менять вот этот переходник, вот эти два хомута. И также мы будем еще менять вот этот хомут, потому что вот с той стороны на термоблоке видны следы уже воды. То есть вот эта болезнь у кофемашин Саека Минута или у кофемашин Philips, то что через какое-то время после использования, особенно если машина хронически забита, вот из-под этого хомута начинает течь вода. И его желательно снять, снять шланг, надеть новый хомут, все почистить и, соответственно, хомут снова зажать. Вот. Теперь мы будем снимать переходник. Вот этот. Почему я уверен, что при наличии на нем следов от накипи, это не просто течь из-под хомута, именно трещина вот в этом переходнике. Ну, в 90% случаев он именно трескается. Это тоже слабое место у этих кофемашин. Он сделан из тонкого пластика. И буквально чуть где-то превышается давление в гидросистеме из-за засоров или еще из-за каких-то причин. Этот переходник лопается. Вот. Теперь мы его на себя просто стягиваем вот таким образом. Вот теперь нам нужно аккуратно разжать хомуты и переходник этот снять. Но здесь это процесс творческий, поэтому я остановлюсь, сниму и включусь уже, покажу, что и как. Итак, смотрим дальше. Вот я снял переходник из гидросистемы и посмотрел. Да, в нем есть трещина. Конкретно трещина вот здесь вот. Она очень маленькая, ее видно только под давлением. Ну, у нас есть оборудование, куда можно этот переходник подкинуть и опрессовать его. Ну и, соответственно, мы увидим, откуда течет вода. Конкретно вот в этом месте маленькая трещина. Какое-то время он бы еще подержал, потом бы у него, скорее всего, здесь вот все полностью лопнуло. Ну и вода бы уже лилась на электрочасть, в том числе могла бы попасть на тены, а это, ну, термоблока. А это недопустимо, потому что произошло бы короткое замыкание, ну и машинка либо просто вышла бы из строя, выбила бы пробки, ну, временно, скажем так. Либо это могло бы пойти все на плату, ну и, соответственно, там бы уже все было намного хуже. Вот два шланга, с которых мы сняли хомуты. Перед тем, как ставить новые хомуты и новый переходник, обязательно проверяем сами шланги вот в этих местах на предмет трещин. Бывает, что они сами тоже трескаются уже от времени. В данном случае здесь есть микроскопические трещинки. Вот, поэтому что мы делаем? Просто конец шланга буквально на пол сантиметра мы обрезаем. Вот этот шланг мы обрезали, вот эти кусочки после
обрезки обязательно убираем, чтобы они в корпус никуда не падали. Это ни к чему. Вот. Этот шланг у нас нормальный. Этот пришлось чуть подрезать. Теперь мы берем новые хомуты, надеваем их вот таким образом на шланг. Берем переходник, ставится он вот таким образом. Вот этими вот своими частями вверх. Вот так. Сначала советую надеть на нижний шланг. Вот так. Теперь хомут. Как мы хомут зажимаем? У нас есть специальное устройство для зажима хомутов, но, извините, не покажу. Либо можно воспользоваться вот такими клещами. Потому что если мы плоскогубцами попытаемся зажать сверху вот этот вот хомут просто вот так вот, то из этого ничего хорошего не выйдет. А вот подобными клещами, если уж ничего под рукой такого специального нету, очень легко этот хомут зажимается. Вот таким образом. Берется за выступ, выставляется где надо и зажимается. Вот так. И проверяется. Вот, вокруг своей оси он не крутится. Шланг им зажат надежно. Значит, этот хомут у нас хорошо очень зажался и встал на место. Со вторым хомутом мы делаем ровным счетом то же самое. Таким же самым образом. Выставляем его туда, где он должен быть. И зажимаем. Вот так. Все. Потом переходник прижимаем на место и закручиваем обратно болты. Он прикручен, не забывайте, вот опять же, уже обратная сборка, он прикручен двумя черными болтами. Нет смысла ставить на это место нержавеющие болты и потом эти черные болты ставить в зону, где постоянно влажно. Как я уже говорил ранее, они заржавеют и при... Если понадобится в дальнейшем какая-то ревизия кофемашины, ремонт, разборка, то мы уже не факт, что их сможем открутить в принципе. Вот. Поэтому, пожалуйста, все болты ставьте на место. Вот. Все. Подтянули. Все на месте. Вот. Теперь, я думаю, уже нет смысла снимать, как я буду переустанавливать вот этот хомут на термоблок. Ну, тут все то же самое. Он снимается шланг. Тут край шланга, скорее всего, тоже придется подрезать, потому что там вроде как трещинка есть. Ставится новый хомут, и все в таком же порядке, как и здесь делается. Вот. Ну, после этого еще тоже сразу хочу еще раз обратить внимание, как меняются уплотнители на вот этом вот штуцере. Пока у нас штуцер снят, эти уплотнители я осмотрел, они уже, ну, негодные, они уже работать не могут. То есть точно так же их поддеваем. У меня для этого есть шпатели специальные, очень удобные. Снимаем. И потом берем новые хорошие уплотнители, смазываем их пищевым силиконом, как обычно, и натягиваем на штуцер. Вот. Также желательно будет поменять и вот эти вот два уплотнителя. Они точно так же старые снимаются, новые силиконятся и надеваются. И потом штуцер ставится на свое место. Вот. Вот таким образом меняются хомуты и переходник вот в кофемашине с AEK минуты, ну, либо кофемашина Philips. Вот. Philips'ов есть очень много вариантов кофемашин, но большинство из них Philips, Saeco, Gadget, во многих этих кофемашинах в гидросистеме соединения идут именно на хомутах, то есть не как, допустим, на кофемашинах DeLonghi на скобках, ну вот на таких вот тут и скобочные есть соединения, вот, но есть соединения и на хомутах. На всех этих кофемашинах хомуты меняются схожим образом. То есть нужно обязательно перед тем, как надевать новый хомут, посмотреть шланг. Там, где стоял старый хомут. Очень велика вероятность, что там могут быть трещины.
И чтобы они не пошли дальше, этот шланг желательно немножечко подрезать. То есть до того уровня, где трещин уже нет. Если шланг уже весь плохой, то отдельно такой шланг, его можно просто купить новый, нужной длины, и заменить. И все будет хорошо. Ну, я думаю, что это видео уже закончено. Вот, как менять, я показал. Собирается машинка в обратном порядке. Ну, вот как-то так. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ждите новых видео. До свидания.